Всем привет, с вами Аурум, и вот я первый раз захожу в игру Clash Royale, с горем пополам получилось обновить эту игрульку, и сейчас будем смотреть. Первое, то, что я уже заметил, это то, что я сейчас, в общем-то, в Royal Arena, но у нас еще появилось вот 1700 плюс Builders Workshop. Пока у меня все на английском языке, но, как вы знаете, можно все изменить на русский. Ну что ж, появилась легендарная арена, или она была, блин, я уже, если честно, не помню. Короче, неважно, что у нас здесь новенького. Во-первых, в настроечках сразу же ищем русский язык. Где он? Есть! Русский язык, вуаля, это круто реально. Ну действительно, офигенно, все на русском, открыть бесплатный сундук. Со шрифтами они, правда, так и не... Нет, порешали со шрифтами. Смотрите, какие прикольненькие шрифты теперь. Боже, это просто... Ну, просто прелесть. Молодцы. Меня так раздражало, когда на русском языке пишешь, и здесь все тоненькое, теперь все здоровски. Пооткрываем сундучки, может, что-то новенькое попадется. Нет, ну, к сожалению, ничего не попалось. Я знаю, многим попались разные вкусные фишечки, пока ничего не попалось. Давайте посмотрим полностью описание, что же... А где описание? Нет описания обновления, к сожалению, но мы и так с вами знаем, что было в обновлении. Во-первых, наши вкладочки. Это просто офигительная тема, сразу можно будет поменять себе все, что я хочу. Так непривычно на русском играть, но очень приятно. Реально очень приятно. Огненный шарик изменил свою картиночку, она стала намного веселее. То есть как-то мне так действительно больше нравится. Что у нас тут еще? Посмотрим на новых юнитов. Как вы знаете, я открыл в свое время абсолютно всех новых юнитов. Теперь мы видим, что появились новые. Опять же, в предыдущем ролике я обо всех их рассказывал. То есть тут у нас королевский гигант, три мушкетера, яд и темный принц. Помимо всего прочего, у нас еще есть, как мы знаем, ледяной маг и... Блин, и чё ж там ещё-то? А, и принцесса, которая, кстати говоря, появилась даже уже на картинках. Ну и самое интересненькое, это огромный сундук, магический сундук и супермагический сундук. С супермагического сундука выпадет от 3480 золота до 4350 и будет 522 карты. Ребят, 522 карты, это просто что-то с чем-то. В самое ближайшее время я задоначу и по-любому открою несколько таких сундуков. Дорогие они, правда, пипец. 3700 гемов. Но в моем клане уже есть люди, которым выпали магические сундуки прямо, грубо говоря, с первого боя. Я даже сначала подумал, что, я не знаю, всем они выпадают. Ну, ребят, ну 17 эпик карт, 104 редких карты. Ну это просто что-то с чем-то. Хотя, знаете, а у меня ведь есть сейчас, блин, у меня же есть 3700 гемов. А давайте купим, а? Вот реально, а давайте купим такой. Даже отдельного видоса пилить не буду. Прямо здесь. Давайте купим супер магический сундук. Поехали! Дыщ! Сразу 4К золота. Боже, как это приятно. Следующая карта, мне даже страшно нажимать. И... Зеркало. Зеркало, блин, теперь у меня будет уровень 3. Золота, благо, будет хватать. И королевский гигант. 82 карты. 82, ребят. 82 карты королевского гиганта. Блядь, я просто не знаю, я счастлив. Но я, правда, не знаю, насколько это крутой юнит. 82 карты — это немного реально. Это, по-моему, перебор. Я просто действительно не знаю, насколько это крутой юнит. Сейчас нужно будет посмотреть, что это вообще за юнит. Сейчас мы его обзорчик такой сделаем на него. Дальше. Хижина гоблинов. 33 карты. Наконец-то тоже будет уровень 6. И еще одна. Яд. 3 карты. 3 фиолетовых карты выпало. Что же дальше? Стрелы. Хо-хо-хо. Стрелы уровень 9 у Сережки будет, если хватит золота. Так, мушкетеров. 3 мушкетера, 72 карты. Ребят, вот это я просто мажор, реально. Ну, правда, опять же, это редкая карта, это рейр. То есть, поэтому, в принципе, для такого количества, впрочем, как и тот гигант бородатый,
в принципе, для такого количества карт, точнее, для такого юнита количество карт нормально. И последнее, это будет что-то эпическое, я уверен. Давай. Армия скелетов. Ну, к сожалению, мне не выпали такие супер ничего. Так, я даже не разобрался, когда у меня должны выпасть эти пацаны вообще? Арена 5 или выше. Кстати, вот, для тех людей, которые... А, вот, арена 7. Ну, мне могла выпасть карта, я так понимаю, ледяного, как его там, ледяного мага. Мне могла теоретически выпасть эта карта, но, к сожалению, почему-то не выпала. А, у меня 7-я вообще арена, то есть, правильно, раньше была 6-я, теперь стала 7-я, то есть... Теоретически мне могли эти обе карты выпасть. И да, ребят, не стоит никуда спускаться. Вы же понимаете, что здесь написано «доступно на арена 7 или выше». То есть спокойно мне могли выпасть эти карты, но не выпали. Давайте подробненько посмотрим, что же это у нас за королевский такой гигант. Мне очень прям хочется... А, можно вот так посмотреть. Мне просто очень хочется посмотреть, что же он себя представляет. Значит, здоровье у него 1200, урона в секунду 43,4. Так, понятно, скорость атаки, скорость медленная, ну, в общем, гигант. Здоровье 1200, урон в секунду 47. Давайте посмотрим и сравним его с обычным гигантом. Здесь у меня у обычного гиганта... 5 уровня 2920 здоровье, урон в секунду 116. Может, его просто вкачать нужен, ребят? Ну вот, реально, давайте его вкачаем. Стоит, благо, это недорого. Очень даже недорого. И вот он у меня сейчас будет уровень 5. Теперь у него здоровье 1752. Урон в секунду 62. Ой, нет, не хочу в бой. Так, да все равно он слабее обычного гиганта. В чем тогда прикол, я не особо сейчас пока понимаю. Я думаю, я его протестирую, и потом будет отдельный ролик, в чем же разница между королевским гигантом и обычным гигантом. Потому что пока я немного не понимаю. Что у нас с мушкетерами? Мушкетеров здоровье 340. Ну понятно, я думаю, это обычные мушкетеры, только их... 3 раза больше. В общем, обновление на самом деле прикольное. Новые юниты, новые сундуки. Опять же, сундуки смущают своей стоимостью, потому что стоят они, блин, ну реально немало. 3700. То есть уже нельзя купить серебряных сундуков, золотых. А можно купить только огромный магический и супер магический сундук. Ну, конечно, супер магический по количеству карт это просто нечто. Но у кого же есть 3700 гемов, блин? У обычных игроков столько гемов-то нету. Но опять же радует, что все-таки из 200 боев, насколько вот первичная информация поступила, с 200 открытых сундуков, полученных с боя, будет, по-моему, 2 или 3 попадаться вот самых огромных. Поэтому, ну, теоретически, в принципе, все смогут получить эти магические сундуки. Ну, в общем, как-то так, буду тестить, буду проверять. Как только появится какая-то более подробная информация о новых вот этих юнитах, которые я протещу, обязательно сниму ролик. С вами был Аурум, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Удачки!